Полицейские патрулировали улицы, когда заметили дым из окна многоквартирного дома. Старший сержант Юрий Кузьменко и младший сержант Артур Цатурян кинулись в квартиру. Зайдя в подъезд, увидели открытую дверь, где был пожар. Зайдя в помещение, увидели, как женщина самостоятельно не может покинуть квартиру. После чего были приняты меры к ее эвакуации и тушению пожара. Из горящего помещения полицейские на руках вынесли женщину-инвалида и вывели мужчину, проживающего в квартире. По его словам, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем при курении.